Не, слушайте, ну Силёны прям агрессивно играет, агрессивно. Майнивны с вами, всем привет. И сегодня у нас реакция на видео на Алан Бейкер. Это анимация против Майнкрафт. Она продолжила выходить, 31 эпизод. Ультимативный Майнкрафт рейс. Короче, гонка ультимативная майнкрафтская, давайте смотреть. Я антимайни, я очень зол. Я украл вашего глупого блогерка, потому что у него появился магазин, и я должен получить у него скидку. И это было бы правдой. Но в Майнишоп уже скидки, поэтому, ребята, донаты, Steam пополнение, всякие геншины, приходите, смотрите, ссылка в описании. А мы продолжаем смотреть видос. Ой, все. О, игрушки, они какие неприкольные, кстати. Они такие забавные, простые, но миленькие. Так, все должно начаться довольно просто. И хорошо, по идее. По идее. Марио Карт, ребята, это Марио Карт. Ты хитрец. А ладно, там все такие. Болею за зеленого, потому что он цвет хромакея. Зеленый, вперед! Зеленый хорош! Оу! А синий-то, голубенький-то. Ага. Зеленый в конце, ну блин. Ой, хорош! Во! Гений! Сразу видно гения. Кто без гений в Майнкрафте? Потому что зеленый цвет хромакея. Ой, хорош, вообще оторвался. Нормально. Не, слушайте, ну Силёны прям агрессивно играет, агрессивно. Это слишком эпично. А развилка будет? Наверх, наверх! Наверх! Давай, зеленый, наверх! Хорош! Послушал меня, послушал! Я говорю, он победит, потому что он чувствует эту игру. Топ-1 за ним. Давай! Нет, давай, зеленый! Ах, ты хитрец! Это, кстати, эта логика Майнкрафта, она просто гениальна. На
Напряженочка, напряженочка. Что за лабиринты? Ой, прикольно, как он на задний план переместился. Круто. Ой-ой-ой-ой. Грязно, грязно играешь. Бедняга. Искупался там в снегу. Неприятно. Злодей. Опа. А так можно было? Да блин, да что ж я со Стима забыл выйти? Вот это заходят, все выходят. Давай, отомстил. Кто теперь пыль глотает, а? Ладно, со мной за зеленого или тут неважно. Со мной мы знаем, что зеленый выиграет. Корми своего твою лошадку с зельями взрывными. И пока непонятно, какой путь был более правильный. Ой! Ага, все, они все объединились. Ах, блин! Ну, красный гений! Зеленый гений! Давай, зеленые, скачи, как Спайдермен. Ой, хорош. Ну, а что откубил? Ну, все ради победы. И... Давай! Зеленые. Ну, пожалуйста! Зеленый, ну! Нет! Зеленый! А кто? Все одновременно? Нет, оранжевый! Оранжевый победил. Еще не победил зеленый. Блин, зеленый на третьем... Я не пойму, тут голубой или... Ну, вроде голубой ближе. Сейчас. А, не, они одновременно пресекли. Они одновременно пресекли, во. Да ну, блин, победила дружба. Я понял за зеленого. У каждого была своя тактика. Ура! Зачем нужна победа, если победили все, да? Эх, Хромакей не победил, ребята, вот так вот. Победили все, в принципе, ребята, все были правы. Все, кто болел за кого-то, все победили, получается. Все победили. Так что вот так вот. Ребята, ссылка на оригинал в описании. Переходите, подписывайтесь на канал Unbaker обязательно. Также подписывайтесь на мой канал, мне было бы очень приятно. И всем удачки, всем пока-пока.